Наиболее вероятное место проведения парада в честь 75-летия Великой Победы в Чебоксарах, площадь Республики. Традиционное место – Красная площадь. В мае еще будет на реконструкции. Об особенностях празднования юбилейной даты говорили на заседании рабочей группы в Доме правительства. До 75-летия Великой Победы осталось чуть больше 4 месяцев, так что подготовка уже идет. Первое, что необходимо сделать, уточнить, кому из ветеранов и какая помощь необходима. Их в республике остается все меньше. На данный момент всего 11 032 человека. Проведена проверка условий жизни всех ветеранов войны, вдов воинов Великой Отечественной войны, нуждающихся, принимаются на социальное обслуживание. Прошедшим летом Владимир Путин учредил медаль в честь предстоящей юбилейной даты. Ею наградят участников войны, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей. 10 700 экземпляров уже поступили в республику. Списки награждаемых готовы. Сейчас их еще раз проверяют. Главное – участь всех, отметил председатель Кабинета министров республики Иван Моторин. Вручать медали начнут в преддверии праздника. Что касается торжеств в столице республики, запланированы все традиционные акции. Парад дошколят, чистые окна, георгиевская ленточка, конечно, бессмертный полк, количество участников которого увеличивается с каждым годом. Ключевое мероприятие – парад Победы сменит место проведения. Красная площадь еще будет на реконструкции. А так как асфальт на ней заменят другим покрытием, то прохождение тяжелой техники будет нежелательно и в дальнейшем. Мы предлагаем сегодня утвердить и поддержать нас в нашем предложении провести парад на площади республики. Центральное место это будет площадь республики, где стоит памятник Ленина. Технику, которая занимает около 600 метров, мы предлагаем расставить по улице Карла Маркса в сторону Дома торговли. Площадь республики – самое вероятное место проведения парада. Однако рассматриваются и другие варианты. Площадка перед ДК Хузангая, Певческое поле, Театральная набережная. У каждого из вариантов свои нюансы. Принять решение и провести репетицию планируется ближе к апрелю. Ольга Пырочкина, Павел Рядков, Республика.